Всем привет! Это видеообзор корма Royal Canin, который я приобрела в магазине Шиншилка. Это корм, который называется стартер для мам и щенков до 2 месяцев, пород мини до 10 килограмм. В своей формуле имеет такие же компоненты, как грудное молоко, поэтому легко облегчает переход от грудного молока до твердой пищи, легко гидролизируется до получения консистенции очень вкусной каши. Значит, на упаковке есть рекомендации, как именно давать, кому, в каком количестве. И крокеты. Крокеты очень маленькие. Вот. Лёсенькие, малюсенькие. И для нас это именно то, что нужно. Кстати, обратите внимание, такие жирненькие крокеты. Соньке очень понравились. Покажи, Сонька, как ты кушаешь. Вот. С удовольствием. С превеликим. Спасибо магазину «Шиншилка». Щенок очень доволен.